здравствуйте, уважаемые любители хорошего и качественного звука. Ну, наконец-то вот я дождался, долго ждал. Но... Я думаю, ждал не я один, а вот э, ждали еще многие, потому что я в своих роликах, как вы знаете, уже неоднократно вот эту красоту показывал, рассказывал. Но вот это конкретно не показывал. Ну, конкретно это. Я имею в виду, что вот это, да? Да. Вот. И всем, наверное, было бы интересно, и мне было бы интересно, собственно, а кто такие новые, да, и как они выглядят. Так вот, сегодня в рамках выставки на, э, здесь, в Петербурге, да, мы находимся в комнате. Видите, у нас здесь сзади прекрасный 62-й штудор крутится. Тема более чем катушная. Наконец-то, Александр с нами. Александр, приветствую! Еще раз. Да. Всем привет. Ну, он заранее извинился, что он слегка простужен. Да, я. думаю, это не принципиально. Главное содержание, о чем мы поговорим. И, Александр, вот первый у меня вопрос такой, да, непосредственно от пользователя, да. Выбортов он небольшой, но он все-таки есть. И вот именно от первого лица хотелось бы услышать, вот чем принципиально ваша продукция отличается от всего остального? Ух, вопросик такой, засыпочку. Ну, наверное, чем принципиально отличается наша продукция от продукции других производителей, лучше скажет потребитель нашей продукции. Выкрутился, да. То есть, но в принципе, я могу вкратце рассказать, как делаются эти катушки, почему они такие ровные. да. Красивые да. и необычные. Кстати, в руках у меня катушки диаметром 30 сантиметров вот попросили привезти. Привез вот самые-самые новинки, их еще нету вот вообще нигде. Вот они есть только. Даже у меня нет, да. Да, ну вот теперь, может быть, будут. Ну, если в двух словах, то изготовление катушки ну, на самом деле, это секрет Полишинели. два блинчика, сердечник, ну, вроде как все просто, но оказывается нет. Когда вот эта вот большая и относительно тяжелая штука начинает крутиться на большой скорости на магнитофоне, ну, могут быть какие-то биения. Вот у наших катушек этого нет. Почему? Ну, потому что, наверное, в отличие от других производителей, мы их делаем более качественно, так можно сказать, или серьезнее. Относимся... Более качественно за счет чего? За счет чего? Да, за счет технологии изготовления. Тоже это не секрет, мы всем нашим клиентам, друзьям, партнерам говорим, что мы не штампуем блины, мы их не режем лазером, мы их фрезеруем. То есть вот все, что из чего состоит катушка, это фрезеровка. Настоящая фрезеровка. Да, да, на фрезерном станке лист металла кладется и все это вырезается фрезой. Очень точная обработка, сразу обрабатываются все кромки, грани. То есть ну, достаточно прецизионное качество изделия. То же самое касается и сердечников. Соответственно, когда первые покупатели, ну, кто первый раз к нам обращается, задают мне вопросы по поводу, они бьют ли наши катушки, они, от, как, как они отбалансированы. Ну, честно говоря, мне эти вопросы иногда ставят в тупик, потому что мы даже как-то об этом не задумываемся. То есть, а, они не бьют, б, они изначально, у них идеальный баланс. Ну и плюс покрытие. Я, кстати, подтверждаю. Еще ты мне рассказывал, Саш, про очень долгий процесс не только фрезеровки, а еще и выпрямления. Перед да тем, как да, именно да. за счет этого достигается... Да, но я не буду... Скажем так, отсутствие искривлений. То есть, когда, да. Когда, да, то есть вот, блины идеально ровные, соответственно, они не бьют, ну, по геометрии понятно. А, да, поскольку используется листовой металлопрокат, мы не используем мягкие сплавы алюминия, это дюраль. То есть вот смотрите, я не знаю, видно, не видно, это будет на видео. Ну, я потом сделаю крупный. Да, прям, да. вот, то есть ну, катушка не гнется, это дюраль, но как любой металл в процессе обработки, он, там присутствуют какие-то, вернее, в процессе изготовления листового металла есть какие-то напряжения для того, чтобы их убрать и получить идеальную ровную поверхность, плоскость катушки. Да, еще дополнительно металл обрабатывается, то есть снимаются напряжения, и после этого получается... Ну, практически ровно идеальный блин. Ну и потом то самое да, гальваническое потом покрытие. Не совсем, еще несколько да. стадий шлифовки, а еще и шлифовка после этого обязательно, обязательно, обязательно все шлифуется и только после этого уже идет гальваника покрытие, наносится оксид алюминия, это очень прочное покрытие по прочности это практически керамика то есть вот если мы начнем гвоздем царапать катушку то следы от гвоздя будут оставаться но это гвоздь будет стираться по покрытия. Есть... Саш такой вопрос вот ну как бы предвосхищая мой следующий вопрос да сколько времени уходит ну не знаю там часов минут на изготовление одной катушки это я знаю но пусть он сам скажет ну да. сколько Одной цифры. В тупик. Потому что по одной штуке, конечно, мы не делаем. Есть... Ну, не, ну партия, допустим, да, вот, допустим, 6 катушек, 10 катушек. Сколько на это уходит времени? Ну, ну Если все идет ровно и гладко, то где-то ну, 2-3-4 недели может уйти. 4 недели на изготовление нескольких катушек. Ну, я правильно понял? Да, я просто хочу, чтобы наши зрители понимали, мы. Занимаемся катушками, скажем так, это не основное направление. Параллельно. С чем-то еще. Это да? совсем параллельно, это прям факультатив, факультатив. Да. То есть это наши хобби. Э -э Сами слушаем музыку с друзьями, делаем катушки, и поэтому вот они есть на рынке, скажем так. То есть, если бы мы не слушали музыку, то, наверное, мы бы не делали катушек. Да, процесс длительный. То есть, одно, одно гальваническое покрытие занимает несколько часов. Несколько часов. Это я к чему говорю? К вопросу о цене, да? Вот все-таки каким образом тогда, Саша, удается держать хорошую рыночную цену? Не э, Ну, да, мы стараемся держать на катушке справедливую цену, Ну, просто не знаю, не заряжаем, наверное. То есть можно, в принципе, эту красоту продавать и в несколько раз дороже, поскольку аналогов вот у конкретно этих изделий нету. Есть реплики, которые да. мы делаем. Ну, вот, например, Technics, Technics да, это такая самая популярная модель, которая вечно всем нужна, но у нас ее вечно не хватает. Сейчас вот мы делаем небольшую партию для одного хорошего человека. И, в принципе, вот из этой партии я принес катушки. Но ну, у нас наши катушки продаются только на Авито. Ну, ссылку давал не мне. Ссылку раз, будет да. и в этом видео. Да. Да. Ну, хорошо, Саш. И тогда такой завершающий немножко вопрос. А... Скажи нашим зрителям, ты, вы же это не бросите дело? несмотря на то, что оно такое mm -hmm. узконишевое, редкое, mm -hmm. оп на определенного покупателя нет, нет. Ну по отзывам продукция очень высокого. Я ну что сейчас самому нахваливать? Кто держал в руках тот видел. Нас даже начали подделывать это уже как бы приятно. То есть говорят, что вот, тоже продают катушки под брендом нового но ну, выясняется, что какие-то другие mm -hmm. катушки. Ну и, конечно вот эти вот катушки. То, что я увидел сегодня впервые, да? Нет. Ну, это не, не новинка, я просто... Я увидел впервые, а, да. Да, я вот могу рассказать немножко, вообще вот у нас мы пишем, что мы делаем катушки с любовью и уважением к традициям, но ну, вот хочу показать, как примерно это происходит, то есть, что мы делаем, ну, вот на примере вот этих катушек. В свое время вот компания Sony вот, использовала вот такие вот катушки, здесь более широкая лента, угу. относительно, вот если посмотреть, вот так, наверное, видно, да, тут вот другой стандарт. Я даже не знаю, для музыки она использовалась, или это видеолента здесь была. Но сама по себе катушка прикольная, красивая, такая вот необычная. Она попала к нам в руки. Мы посмотрели, посмотрели, посмотрели. И осторожно. Сейчас. Я же подготовился. Ну, как всегда, она где-то внизу окажется. По закону. Вот. И мы сделали нашу версию этой катушки. То есть, вот, если вы посмотрите, вот так выглядит э -э, вариант, который... Ну, просто этих катушек уже нет на рынке, да. И на основе уже вот этой катушки мы сделали еще одну версию катушки, так называемую, как можно сказать, расписную катушку, такую picture Да, для любителей, условно говоря, тех, кто хочет совсем украсить свой магнитофон, вот Такие вот альбомные катушки мы делаем под заказ. То есть, а основа а вот, это то, что вот было сделано компанией Sony. Мы ее слегка доработали, изменили, улучшили, я надеюсь. Но опять же сохранили какую-то эстетику и все остальное. Похоже? Это вообще супер. Саша, ну могу только пожелать вам успеха, чтобы вы нас радовали вашей продукцией. Чем больше, тем лучше. И чем дешевле, тоже чем лучше. Короткий, короткий сумбурный рассказ, почему нет? Да нет, но самое главное, что вот мне удалось наконец-то поймать Александра здесь, в Петербурге, пусть немножко простуженного, да, но настоящего, Который сам, собственно, рассказал, что вот оно все это есть, настоящее. Со многими из вас мы общались через Авито или через там, WhatsApp, мессенджеры другие. Ну вот, это я счастливо до новых Все, встреч пока пока